Привет, дорогие друзья! С вами я, Дамирка! Ребята, и сегодня у нас такой крутой видос. Сегодня в Бравл Старсе столько много событий. Здесь у нас мастер-лига, особое событие, чемпионат на мегаящик. Как будто бы мне он нужен очень сильно. Ребята, еще в магазине у нас скины футбольной команды. 13 штук мастер-лиги, 49 это гемов каждый. Шелли Бока Хуниорс, Шелли Америка, Шелли Университет. Сидат де Чили, Кольт Ривер Плейт, Серо Портионье Кольт, Атлетико Националь, Клуб Америка Кольт, Майк Фламенко, Лига де Кито Майк и Гвардалахара Майк, Эль Прима Университарио, Эль Прима Националь и Эль Прима Коринтианс. Ребят, я, наверное, не буду эти скины покупать, но вообще напишите в комментах, какой мне скин купить, или какой вы скин уже купили, или думаете приобрести какой скин. Но перед этим давайте я вам покажу все скины. На Динамайка вот Майк Повар, тренер Майк, Портье Майк, Майк ПСЖ, кстати, и Санта Майк, ребята. Дальше у нас идет этот кольт, ребята. Мой любимый серебряный кольт. Вчера был ролик про это. Обязательно посмотрите, кто не видел. Такой крутой ролик. Игры там крутые были. Я так радовался этому кольту, что у меня микрофон просто бабахнулся. Звук там зашипел. Вот. Есть вот такой серебряный кольт, рок-звезда кольт, гвардеец кольт, бандит кольт, корсар кольт, дуэлянт кольт. Кстати, дуэлянт кольт скин к мировому финалу. Ганфайтер кольт. И все, ребята, кольты у меня больше нет. Кольтов у меня больше нету. Шелли, Шелли ПСЖ, кстати. И бандитка Шелли, и все. Шелли ПСЖ и бандитка Шелли. Больше у меня нет Шелли. Где Эль Примо? Эль Примо, Эль Рей Примо, Эль Браун, серебряный Эль Примо, Эль Атомика и Эль Примо сам. Ребят, но еще у нас есть, естественно же, динозавр Леон. Смотрите, махается как руками. Ты что машешь? Ты что как дитё машешь? Ребят, скин какой-то детский вообще такой. Няшный, ну даже я няшным это не назвал, просто детский скин. Особую модель бойца, особые эффекты, особую анимацию, особый материал за 80 гемов имеет. Смотрите, показывает когти, и теперь хопа, как дитё машет руками. Теперь смотрите, позирует, типа динозавру, ну типа. Ладно, ребята, но перед тем, как я задоню гемы, вы должны поставить лайк, подписаться на канал Дамирка и прожать колокольчик. А, кстати, Леонов у меня есть, Леон Оборотень, скин к Хэллоуину. Леон Салли, Браун и Фрэнс, серебряный Леон, и все, и Леон сам. Я играю на оборотне больше всего и на этом серебряном, наверное. Ну что, погнали донить. Надеюсь, ты поставил лайк и подписался. Погнали! Так, 450 рублей, 80 гемов. Поехали! Так, ребята, чин-чин-ге, мы задонили гемы. Где же наши гемы? Вот, 80 гемов. Давай, прилетай. Мяу! 86 гемов. Идем покупать динозавра Леона. Давай, 3, 2, 1. Давай, помахайся. Погнали! И это летит динозавр Леон. Блин, анимация выпадения у него классная. Так, скриншотик обязательно. Скриншотик и погнали. Так, где он? Хопа, Салли. И вот он, динозавр Леон. Интересно, куда пойдем за Леона? Он не гнит и нифига. Пассивочка на хил, давайте. Гаджет один. Идем мы, наверное, в одиночное столкновение. Леончик, погнал. Хибу чин-чин-хея. Погнали, лили мы играть в столкновение. Динозавр в Бравл Старсе. До чего докатился Бравл Старс? Уже и динозавры здесь живут. Понимаю. Так, ладно, понимаю. У меня вот такой зато пин. Съем тебя. Я сломаю тебе зад. А она не поймет, где какой Леон. На. О, прикольно, мы ее завалили. Мы завалили ее, мы завалили.
Аккуратно. Все, прекрасно. Кам, кам, кам. Поехали, поехали. Так, повезло, повезло. Повезло, повезло. Ой. Понимаю, ребята. Сейчас был эпик смерть. Ну ладно, мне плюс 2, ребята. Эпик смерть сейчас был, типа, знаете что, я беру, это, убиваю Бо, он меня добивает. Ну ладно, погнали теперь в броубольчик. Так, там обычный динамайка у нас. О, у нас новый Эль Приму. Крутой Эль Прима и новый Леон. Ты отдаешь катку? Окей, давай, погнали. Играем по Майнкрафту, поехали. Так, повезло, 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 повезло. Повезло, 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 повезло. Так, давай, давай. Эль Приму националь. Так, давайте. Мяу, мяу, я забил гол. Ха-ха-ха, ребята, видели? Какие мансерства мы делаем. У нас супер крутая команда. Эль Прима националь и я, динозавр Леон. О, повезло. Блин, мне бы сейчас забить бы по-грамотному. Но это не обещаю. Но нафиг. Но нафиг. А, я боксер отдает нам катку, молодец. Так, давай гол. Гол! Доширак забивает гол, классно. Давайте еще раз, я хочу с вами, челы. Давайте, смотрите, Эль Прима со мной согласился. Мороженое, ням-ням-ням-ням. Кто будет чемпионат проходить? Я обязательно буду проходить чемпионат. Правда, мне мегаящик не нужен, ну да ладно. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Жаль, он ее прихлопнул этот. На! Вот так, красивенько. Постояли, покружились и забили мы гол. Гол, 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 гол. На! Ой, блин, не получилось, не прокатило, не фартануло, а пацан к успеху шел. Чин-чин-чин-хэ, чин-чин-хэ, хибу чин-чин-хэ. Чин-чин-чин-хи, чин-чин-хи, хибу-биби, чин-чин-хи. Давайте, нам надо выиграть. Нам надо тащить, тащи, Дамирка. Сингелики тайм. Ой, блин, меня как-то... Меня замочили роботы, баты слитые. Ну, ладно. Чин-чин-чин-чин, чин-чин-гей, хибу, чин-чин-гей. Чин-чин-гей. Ой-ой-ой. Эти агрессивные какие идут. Так, тихо. Убегаем, убегаем, убегаем. Спираем по Майнкрафту, поехали. О, повезло, повезло. Ребят, если вы хотите, чтобы я снял Майнкрафт, пишите об этом тоже в комментах. Смотрите видео про кольта. Чин-чин-чин-гей, чин-чин-гей, мы выиграли. Мы выиграли. Ребят, ну что, вот такой вот видеоролик приятненький был. Купили мы вот такой скин детский, конечно. Мне он не очень нравится, не очень ценю его. Ну ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дамирка. Пишите комменты, какой мне скин из вот этих скинов Латинской Америки купить. Да, это же Латинская Америка, да. Вот. И какой вы купили, может быть. Ладно, всем до новых встреч, удачи. Пока-пока, пока.